его 1-0. Он пока чемпион. Домбровский 2 победы, а Бабе 1. Боли 1, Бога 1. Но у Буги качественная победа. Смотри, головой не ударит. Давай, надо выигрывать у него. Хочешь стать чемпионом, надо Андрея выиграть. Япона. Тогда ты будешь впереди, Маша. Ноги прямые, наклонился, руки прямые, отсюда ничего нельзя сделать, Макс. Ой, Дэн, отсюда никаких приемов не получится. Руки, ноги прямые. Переворачивайся, делай болевой, разворачивайся, на руку делай. Стоп! Да, что это за прием? Ногой между ног. Макс, ешь, не плачьте, ребят. Не плачьте. Ну, садись, гирска, сверху держать. Время уходит. Сел сверху. Давай, Макс, не плачь. Сел за спину. Макс, не давай, Макс. Стоп! Сел, ноги запустил. Ноги зафиксировал позицию. Ноги запустил. Ноги запустил! Переворачивайся вместе с ним, запустил. Время! Так, Бутнер, Гриска, ничья. Итак, Гриска пока одна победа. Так, Абаби и Кабут, ничья. Две победы Домбровского, одна у Абаби. Боля, Буга по одной победе. Итак, приглашаются Буга, Боля, Домбровский, Абаби. Так, Фабиана встала, пошла с Якобутом бороться. Якобут, Андрюха, не делай через спину с колен, бедро заднее, старайся не поднимать, а вот тебе попал коленом в лицо, да? Готовы? Время! 2 минуты. Все, 15 минут борьбы. Бедро, бедро Фабиана. Арункари на инте, ценит гету, ценит. Мы ему, Арункари ему, блин. Цени гету. Считать удержание. Раз, два, три. Боли имеет. 3 балла. Душа. Да, подними попу выше просто и все. Не так сильно будет. Больно, сдавайся. Можешь терпеть, терпи. Ну, держать его! Душить! Души отсюда! Эх, ноги не запустил! Нет, не надо. Не надо, стоечку, стоечку. Фиксация, молодец. Андрюха имеет 2 балла за бросок. Души его, Макс. Миша, давай, проигрываешь. Держать! Так, сверху, сверху сесть. Держать! Раз, два, три. 3 балла. Теперь болевой постарайся сделать. Или еще раз снова сядь. Да, еще раз. Ой, руку оставил, блин. Руку вытащил, сел на него сверху. Стоп, стоп! Макс, стоп. Стоп, 3-0. Эй, посмотри, он большой. Ты руку держишь, раз и вытащил сразу.
3-0 Саша ведет. Время! Итак, я кого-то выиграл. Здесь выиграл Боря. Молодец. Получается у Боли 2. У Боги 1. Так, здесь выиграл Абаби. 2 победы у Богатова. Домбровского 2. Так, повернулись, поклонились, ушли. Абаби, Якобот. Я тебя замучу сегодня. Так, и здесь у нас борется Мунтян Диска. Готовы? Да. Макс, что ты сидишь? Боль. Взял Фабиану бороться. Боль. Посуди, пожалуйста, Саша. Еще 10 минут. Сколько там времени? 3 минуты. Ну, так, 12 минут. Время! Да. Пошли. Итак. Но выиграть надо. Кателина, ты считаешь почти чемпион. Ну, 5 минут надо выиграть. Она тоже меня толкает или нет? Да, она тебя толкает. Давай, давай, под сращиками, давай его, выталкивай. Туда, вот туда, в дверь. Куша, туда его нафиг. Давай, давай. Все чего? Уно! Еще нового. Дой! Зечи, 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 Фабиану. Ага, Фабиану укря. Вот так. Вот. Стреливай! Оценок нету. Нету. Патру! Держать! Броска не было, сесть сверху. Душу его ногами, держи между ног. Нет, сверху сесть, сверху сесть. Или болевой на руку делать. Чинчой! Аккуратно. Ну, давай, Коля! Вот здесь Миша надо движ так души. Так, Макс, встал, ты убью сейчас. Ну! И болевой мой отсюда. Но! Есть! Ногу между ног! Раз! Два! Три! Николай, 3 балла! Время! Стоп! Становись! Итак! Диска, вторая победа! Две победы! Молодец! Фабиана, победа у тебя прям туда в дверь. И здесь 0-0. Тут Домбровский впереди. Домбровский, Абабей. Якобут, Фабиана. Боря. Александр. Репеди. На 4 минуте. Батай 2 минуте. Итак, Боря лучший. Макс лучший. У Макс 2-2, да, Макс? Да, 2-2. Выиграть у него надо. Обхитрить, обмануть. Гыска туда судить. Гыска туда судить. Готовы? Время! Таскать его надо, его не надо. Вот таскать, он ушал и удержал. Односторонний захват. Хорошо, уно, дой, трей. Молодец, дой балла.
Помоги встать. Давай, Фабиана, оторвать ему голову. И в задницу засунуть. А укрязы. Рви захваты, не давай Максу захват. Ну, держать, Саня. Все, бросок не считается. Вот так, вот, Мишка. Смотри, чтобы тебе пяткой в глаз не дали. Саша, будь ноги в сторону, молодец. Зафиксировал, отпустил. Все, есть, 2 балла. Патрула 0. Бери захват, да, наносись вокруг него, он сам упадет. Вокруг него бегай. Носись. Вот, дергай. Вот так. Крутись, у него голова закрутится. Есть. 2 балла, Макс. Не понял, а что он так упал-то? Фиксация есть. 1, 2, 3. 3 балла Саша получает. Ну как, сзади зафиксировал тебя? Болевой на ногу делай, возьми на ногу, ты такой. Время. Встали, заправились. Итак, Домбровский, победа, поражение. На ковре остается Абаби и Якобус. Они решают, кто из них будет чемпионом. Здравствуйте. Так, здесь чемпион Боля. Первое место. Так, Гыска у нас чемпион. Мунтян и Ботнарь решают, кто из них будет второе место занимать. Ботнарь, Мунтян, уйди вы. Так, кто там судит? Давай. Итак, боретесь за приз. Миша, не рассуждаешь. Готовы? Время! Боря, стоп! Стоп! Хочешь ему отомстить? Саша, хочешь отомстить? Да, хочешь. Идите туда. Хочешь. Фабиана, судишь, рефери. Фабиана! А рефери? Хаджиме, Мате. Давай. Хаджиме. Итак, Миша, Саша, на нее она может ошибаться, поэтому на нее не обращайте внимания. Время! Вперед! Отыграть Миша надо! Ноги запустить все сверху. Не дай ему ноги запустить, Миша. Ну, Миша, переходи на него. Ноги запустить. Не могу сосчитать. Не держишь его ногами. Нет, ноги не крестите. Вот сюда, Саш. Вот сюда ставь. Ну. Не вижу. Кто займет второе место? Миша, Саша борется, болевой, делай. Упрись. Миша, упрись в колено, на руку возьми. За колено, за штанину, где колено, оба.
Вот, поставь туда, потом колено. Проходи, проходи, Мишаня. А не он бросал? Нет, он взял за ногу. Макс, не, не Макс бросал? Да. Да, там все равно нету. Макс садится на болевой, ой, этот, Дан садится на болевой. Андрюха уходит, куда руку выставляешь, вот так прижми, прижми, вот так, вот. Ногу поставь, вторую между ног, вторую между ног. Болевой, болевой отсюда мы учили, снизу, на руку болевой надо делать. Боремся, боремся, есть где-то оценки, нет? До оценки боремся? Или бросок удержания, Макс? Смотри, чтобы он только снизу руку не держал за пояс через грудь. Ну, души Саня его, души, души его. Вот так, как он тебя душил, души его. Вот так можно душить. Колено в задницу поставь, Андрюха, ему. Колено в задницу. Колено в задницу, выйдешь и сделаешь удержание. Саша, бороться надо, лежишь. А то получишь штрафной балл и проиграешь. Надо что-то делать, не просто лежать. А, извиняюсь, не Саша, Миша. И Саша, и Миша, да. Кто не будет бороться, получит штрафное очко. Нога между ног, Миша, одна. И переворот, держи локти. За ноги его возьми. За ноги. Миша, за ноги переверни. За ноги. Печорик. Ну. Эх, нужно было за пяточки и на него сесть и удержание сделать. Да, не борешься. Подсечку. Правильно, Макс. Не подавайся. Подсечка задняя, если за задний колес. Держать, Миша. Раз, два, три. Три балла. Миша, Матэ, стоп. Ушли туда. 3-0 ведешь. У вас время. Пожали руки. Второе место выиграл. Первое, второе. Все, вы отдыхаете. Ну? Да, ничего не делаешь. Получишь сейчас штрафное очко. Ну, болевой, на удушающий надо делать. Пацаны, вы не боретесь. Нет оценок. Пусть нервничает Макс. Один раз нужно залезть на заднюю удержать. Вот, хорошо, молодец. Держишь хорошо, молодец. Еще бы какой-то бросок бы придумать. Подсечку, может быть, левой ногой. Зацеп подсечку. Левой ногой, Макси. Здравствуйте. Мате, время. Встали, заправились. Заправились. Пошли вокруг ковра. Сейчас будем делить добычу. Так, ну что? Держи руку здесь. Вот поймала руку и все. Вот.
Держи руку здесь. Ну, он поворачивал, а как мне ногу сюда встать? Еще раз. Бери за плату. Держи вот эту руку здесь. Вот этой рукой бери. Вот этой рукой работаешь. Вот достал руку. Достал. Так можешь взять, можешь так взять. Дальше. А я не понимаю, возьми захват. Как? Вот так вот. Как ты ему разрешаешь так брать? Вот как ты разрешаешь? Это он тебя не бросит. А на соревнованиях сразу будет. Вот это все, вот эту жопу. Вот ты должен. Твоя рука здесь должна быть снизу. Здесь твоя должна быть, вот должна быть сверху. Еще она согнута должна быть. Согнута. Если она прямая у тебя, все, ты улетел. Я не говорю про него. Про крестики, про ноги. Мате! Туда. Чеза, идешь Георгию бороться 5 минут. Ты идешь бросать, Маша сюда. Вытолкнуть. Единственное, что вот так пальцами надо делать. Ладошками стараться. Не кулаками, а ладошками. Я знаю, как ты кулаками. Так, вы готовы? Вы боритесь. Пока они не закончат бросать, вы боретесь. Вы боретесь. Как же так? Вы отдыхаете. 1-0. Есть. А зафиксировать бы! Чеза, стойку. Где фиксация? Ванна. Считай слух правильно. 2-1. Три-один. 2-2. То же самое. Четверо, стоп. Георгий, то же самое. Только рука на шее, отсюда взял торс и забедрил. Все. Я извиняюсь, не видел здесь. Что вы вот здесь руку держите, блин? Вазай. Четверо, стоп. Стоп. Сейчас, подождите, остановитесь. Посмотри, тебе. Ты левша. Вот это? Вот нет. Вот если ты вот так поставил захват, все, это жоп. Улетел. Если ты вот... Не-не-не-не-не. Вот так поставил, это получишь через грудь. Есть вот захват, вот. Видишь? Вот. Или вот если кимоно не такое жесткое, то берешь кимоно, сюда ставишь. Вот сюда, вот это, сюда-сюда. Если вдруг руки у него длинные, тогда вот тут перекрываешь. Или по возможности вот здесь. Почему? Потому что раз ты его держишь далеко, он старается тебя, например, взять за шею. Он старается двигаться еще. Вот ты не даешь, бери. Вот видишь. Я отпустил, он сам ко мне шел. Я тебе еще раз говорю, вот это вот. Вот здесь там. А ты кто здесь держишь, то вот здесь держишь, это через грудь он тебя бросает. Или то вот здесь держишь. А вот здесь, значит, задняя подножка через бедро вперед. Нельзя здесь захват держать. Смотри, видишь, вот. Вот оно движение. Вот движение. Вот держать нужно. Вот откуда нужно держать. Вы боретесь. Так, приготовился Влад. Так. Этот как его? Считаешь? А можешь через грудь сделать? Да. Вот умница, молодец сейчас. Ты ногу убрал, вытащил ногу удержание. Честно, стоп. Как и брашу так ударили. Так, через бедро. Считаешь 30 бросков. Минута. Готов? Да. Джей! Какой бросок? Поднимай. Поднимай чуть-чуть.
Где руки? Где руки? Где руки? Не мотай руками, ручки держи впереди. А ты сейчас получишь по этому, по щечке где? Нет. Руки внизу дай по щечке один раз. Глаз уходи. Бросаем, бросаем. Бросаем, бросаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, бру. Да что тебе извиняться? Ты что, первый раз так делаешь? Слушай, я тебя прошу. Завтра с 3 до 5. Извиняй тебя его больше. Давай, давай, бросай! Одна минута 10 секунд. Отвлекаешься! Угряно, готовься! Тогда кого извиняешь? А? Кого извиняешь? Артур Истратик, он пришел, я опоздал чуть-чуть, то есть я пришел не в 12 часов на тренировку, не в час, я пришел 10 минут второго, Юрий Саш. Он заберул Юрий Саш и ушел, а маме говорит, тренера нету, я пойду по делам. Что вы лежите, бороться? Еще он Буряну должен на минуту бросать. Готов? Да. Где? Считаю. Раз. Два. Три. Давай далее. Пять. А как правильно отсюда? Шесть. Тут зависит от кимоно. Если мы так возьмем, все палец впереди. То есть, девять. Вот оно. Девять. Вот отсюда. Вот так. Вот такое движение. А так возьмешь палец. Можешь взять, если кимоно позволяет, но я брал вот здесь. То есть если так брался, то здесь. Или брал отсюда, или брался. А здесь? 19. А нет, почему то, что здесь кисть можно. А вот это 22. 29. Далее. Маша, боремся. 4. Влад, отойди в сторону. 25. Все. Так, пошли вокруг ковра. Это еще не все. А как мы в воскресенье будем бороться? Как мед? Ну и что? Не волнуйся. Тут ты выходишь и говоришь, что-то в пятницу плохая тренировка была. Не, отличная тренировка. То ты нагрузишь, ой, а как я буду бороться? То ты решай. Так, грузиться надо в пятницу, но только в пятницу перед тренировкой. А что, ты завтра придешь, что ли? Нет. Завтра нет, так я завтра со школы иду. Куда? Собирать мусор. Куда? Собирать мусор. Без этого мне... 2 десятка. А стратегия работает? В смысле? Ты здесь работать будешь? А? Здесь будет работать? Нет. Парк? Парк идет? Да, в парк. А, ну вот как раз там, Влад, да, Бутук строится. Там, давай, вы с Алешей гуляете в субботу, в воскресенье, ссорите, вот он, Влад идет убирать. Я тоже выйду. Тоже, да? А будешь убирать то, что на арене? Курточку одевай. Одели курточку, построили. А, да, я еще извиняюсь, еще броски у нас. Пожалуйста, построились. Так, сейчас можете зайти на этот сайт Федерации. Сейчас идут сборы, подготовку. Так, значит, на ковер приглашаются.
не сделать, блин. Этот, кто там, Макс, иди сюда. Да, там на столе секундомер, принеси, пожалуйста. Так, Боля Буга, там на столе секундомер. Боля Буга, приготовились. Так, а Бабе Домбровске? А Бабе Домбровске? Три минуты. Так, вот здесь не сидеть, туши. Фабиана, ашизация. Так, кто здесь, пожалуйста. Значит, раз соревнования, то до икона. Правильно, да? Смотрите внимательно сюда. Диана, значит, чтобы не было проблем, судьи, есть бросок, 3 секунды удержания, 2 балла. Удержание сверху, сюда, 3 балла. 3 балла. Так, если я... Тренер. Да. А если делать бросок чисто на спину, если делать... Не играет роли, какой ты бросок, должна быть фиксация. А если делать бросок? Еще раз, бросил, зафиксировал. Нет фиксации, нет броска. Просто борется дальше. Закончили разговор. Значит, чтобы было... Макс, повернись. Саша. У них свои правила, пусть они будут. Удержание верхом, у них здесь написано 4, 3 очка. Проход, если вы на коленях и проходите, делаете удержание, 3 секунды, 3 очка. Только удержание сверху, сбоку не считается. Болевой и удушающий. А болевой на ногу у них идет? Идет. Так, готовы? 3 минуты. Готовится. После этой схватки Домбровский борется с Фабианой. И борется... Мунтян борется с Гыской. Готовы? Хаджимы. Давай. Да. Кто получает замечание, предупреждение, тот уже проигрывает 1-0. Три минуты. Выиграл Ифонов, значит все. До болевого, до удушающего. Или три минуты. Что ты хочешь? Конечно, нужна фиксация. Да, но фиксации нет, поэтому бросок в Азаре не будем считать. Раз, два, три. 2 балла за бросок. Борис, дальше матч.
болевое удержание удушающее. Что? Удержание. Нет, сверху. Все сверху. Верхом только. Вот так. Раз, два, три. Пять очков. Души его, Саня. Пять ноль. Макс ведет. Можешь уйти, потом опять сесть на удержание. Еще будет очки. Вылезай, делаем удержание. Вылезай. Переходи. Еще раз садись. Еще раз садись сверху. Сверху, сверху, Саша. Сверху. Вот так. Раз, два, три. 8-0. На руку болевой делаем. Время! Не успел. Встали. Встали в стойку. Заправились. Так, Домбровский Абаби, 8-0. Так, воля Бога. Зеру-зеру. Все, пожали руки, ушли. На ковер приглашается Гриска Мунтян. Абаби Якобуц. Абаби Якобуц. И вы вдвоем, Макс, вон туда. С Бабьяной. Саша, судишь здесь. Миша, судишь там. Приготовились. А я здесь уже. И сижу и борюсь. Мишенька, туда. Туда, их не надо. Посмотрите, сделали удержание верхом, ушли, круг сделали, опять сели. Это еще 3 балла. Время. Итак, кто же будет у нас приз получать? Макс, одна победа уже есть. Давай, Борис, Макс. Побяна, луптаемся. Макс, Макс, подхваты не делай. Передняя подножка, задняя. Выведение из равновесия. Ты понял меня? Ты подхват поднимешь, сам упадешь, и она ударится. Разрешаю за ноги брать. Смотрите, удушающие не пропустите, когда будете за ноги брать. Макс, ты не борешься, показываешь твою попу. Давай. Нет. В азаре, но баллы нужны. Удержание надо. Садись на него сверху, Николай. Сядь сверху. Ноги его захвати, будет 3 балла тебе. Ноги запусти. Фиксируй. Ногами и снизу. Снизу руки. Снизу руки. Раз, два, три. 3 балла, Гриска, Николай. За фиксацию спины. За ковром, Миша. А в той же позиции? Какая позиция? Время. Вас стойку подняли. Какая позиция? Каталин 3-0 проигрывает. Эй, встали в стойку! Партер, не надо с ней бороться. А, все. Только в стойке. И не надо носиться. Возьми спокойно, подходи, спокойно сделай. Поднимай в стойку. Борис, не разговаривай. 3-0 ведет Гриска. 0-0. Я покажу, но я не делаю. И не надо плохо делать. Не, я покажу. Потому что я совсем боли не сделаю, ты упадешь.
Не, я хочу показать. На соревнованиях не надо. Там мальчики будут, зацепка, ты упадешь. Делай нормально. Выше бери захват правой рукой. И ей давай сильно не срывай. Проигрываешь, Катерин. Время! Победа! Так, здесь Николай имеет победу со счетом 3-0. Так, победа Добровский. Все, пожали руки, ушли. На ковер приглашается Боля Буга. Добровский Бабик. Можно мне посетить? Пожалуйста, сиди. А я твой. Готовы? Время. Можно за ноги брать. Это не дзюдо, поэтому брать можно, разрешаю. Зайти за спину и сесть надо было, Саша. Назад, дальше ноги. Держать! Раз, два, три. Два балла! Теперь спокойно держит, пусть держит. Ты выигрываешь. Потихоньку, только отпустит, перейдешь на удержание. Не спеши, ты выигрываешь. Подергайся сюда, чуть-чуть сюда, нет? Держать, Саша, нет, не считается, бросок. Миша, пройти надо, ноги пройти, сесть сверху, задушить. Души его. Души, 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 души. Души его так, души его. Пом! Есть, встали! Покажи победителя! Нормально! Итак, Бога! Нормально, Миша, что ты смотришь на него? Все, пожали руки, ушли. Есть, Миша уже имеет одну схватку выигранную. Считается, раз, два, три, 5-0. Зачем? Уходи назад. Макс, зайди к нему на спину. Получишь 3 балла. Выйди, захвати его. Сядь сверху, ничего не делай. Души просто его, и все. Время. За счетом 5-0. Хватку выиграл Абаби. Абаби? А он выиграл первую. 8-0. Так. На ковер приглашается Ботнарь Максим, Монтян Каталин, Фабиана. Там Бродровский. Ты много ходишь, там разговариваешь. Оставь покой его. Фабиану взял, ты борешься. Фабиана Добровский. Фабиана Добровский.
Саша остается, он быстрее пришел. Миша, туда. Итак. Здесь пока Гыска выигрывает. Здесь пока Домбровский, потому что у него победа 8-0, а у тебя 5-0. Буга. А Баби и Кабус боролись? Да. Кто ну, ничья была, ничья. А, ничья, извиняюсь, да. Время. Сразу бороться. Партере не надо, сразу вставай. Не надо такой захват, идиот или? Возьми классический захват. Отворот и руку, и все. Макс, я не вижу. Покажи. Взял за две руки, упадет, свалится и поломается. Выше захват возьми. Вот так вот. Так, Максим, держи себя за пояс. Двумя руками. Двумя? Фабиана, вытолкнуть его с ковра. Вытолкнуть его с ковра. Последняя минута пошла. Толкай, толкай его. Чтобы он не стоял, толкай. Скажи ей, чтобы она выталкивала тебя. Я она поняла. Толкай, толкай. Сумо, давай. Держать. Держи ногами, не считается, нету держания. Бросовки, души его. 40 секунд осталось. Давай, Фабиана. Ай-ай. Души. 30 секунд осталось. Макс, работай! Души не отпускай. Двумя руками. Время! Таня, стойку! Так, Бутнер, Лунтянка, Талер, 0-0. Нет победителей, ушли. Так, Якобут, Абаби, 0-0. Сделал бросок, но не зафиксировал. Стали, ушли. Здесь Домбровский выигрывает. На ковер приглашается. Боня, Миша, сюда. Абабий, Домбровский. Все нормально. Да. Все нормально. Взял за ногу, получил удушающий. Готовы? 2 минуты. Время. Фабиано, встань, брыву один. Вот так, вот, вот так его. Чемоняцку сесть на него. Держать, Миша. Нет. Ну. Держи, Миша. Нет, сверху. Когда папа делал наш тортик. Да. Все сверху. Нет. Есть? Раз. Два. Три. 3 балла. 3 балла, Николь. Смотри, чтобы тебя не ударили. Макс, чтобы стать победителем, нельзя проигрывать. Отсюда не отпускай, делай болевой на руку удушающий. Вот он тебе делал удушающий, сделай такой же ему. Вот молодец, идет болевой. Болевой идет, молодец, Мишка, делай, не отпускай. Держать. Считать удержание. Раз, два, три, 2 балла. Раз, два, три. 3 балла. 5-0. Мишка, проигрываешь. Делай.
Ложись на живот. Миша, выходи, садись на него, то проигрываешь. Пон! Домбровский! Победитель! Встали! Покажи победителя! Что такое? Время! Время! Стойку! Эту схватку выиграл Боля. 3-0. Но по качеству он тебе сделал япон. По качеству у него выше. Так, на ковер приглашается Якобуц. Бутнер. Да. И вы вдвоем. Сюда. Я Фабиан. А Фабиан, пожалуйста, да? Да. Можно я тоже быстро приду? Что, поможешь ей? Не, хочу. Давай. Так, готовы? Я с кем буду? С Абабием. Я могу ошибиться. Все время уже. Приготовились? Кто там? Катерина, посуди здесь. Сашенька, посуди здесь. Время! Итак. Ботнарь 0, Мунтян 0. Быстро впереди.